Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня поговорим, друзья, о буксах. Потому что начали мне писать люди, некоторые, что, оказывается, они даже не знают, как работать в буксах. Я думала, что в буксах уже и так все понятно. Ну, наверное, новички, может. Вот. Ну и начнем с моего самого любимого букса, с моего фаворит букса. Это V-Faucet. Значит, здесь вот видим шкала, как я вот работаю. Это ПТС, это кран. Сегодня вот 14.06. Я еще ничего не делала, еще не заходила. Значит, вверху баланс. Можно выбрать любой баланс. Биткоин, лайткоин, видим, да? У меня стоит Solana. Также и здесь баланс в токенах. Здесь минимальный вывод в токенах 500 токенов. Минималка набирается очень-очень легко. Значит, но прежде чем выводить, обязательно смотрите вывод. Я выводить с этого букса не буду. С каких-то я буду выводить, с каких-то я не буду выводить. Значит, смотрите. Почему нужно смотреть обязательно вывод? Видим, да? Биткоин на 100% заполнен. Solana заполнен. Здесь уже баланс кончается. В Dogecoin'ах кончается. В тронах уже желтая полосочка. Вот. И, а может он быть вообще пустой. Потом админ это все пополняет кошельки. И как бы все это можно уже будет выводить. Видим, вот здесь пусто. Пустой кошелек. И здесь пустой кошелек. Потом админ. Это напрямую кошелек, да? Администратор потом это все заполняет. И можно уже как бы это все выводить. Теперь как здесь работать? Значит, ну прежде всего есть кран. Я сижу здесь. Начинаю примерно с 2-3 часов. Начинаю. И до победы, до завершения работ. Это уже, я не знаю, часов 11 вечера, 12, где-то так. Значит, разгадываем сначала антибот. Потом разгадываем капчу. Выбираем перевертыш. Видим, да? Вот он перевертыш, кликаем. На синюю вкладочку. Все. Зачет. Следующее, на чем я здесь работаю. На ПТС. А фервал я не лезу. В шортлинк мне нафиг не надо. ПТС-ки. Значит, видим. Обычные ПТС. Еще есть вот такие. Есть еще видео просмотры. Давайте коротенько просмотрим за 5 секунд. 22 токена дает. Кликаем. Нас перебрасывают на страничку. Я возвращаюсь. На страничке находиться здесь не обязательно. Можно дать там рекламку или еще что. Все, вкладочку я закрываю. Она не надо. И разгадываем капчу. Также здесь мы ищем перевертыш. Вот он. На синюю вкладочку. Все. Зачет. Это вот такую вот мы рекламку просматриваем. Следующую я просматриваю вот эту. Вот эти две я обязательно просматриваю. 77 токенов есть. 42 токена. И давайте 5 секунд. Значит, здесь совсем чуть-чуть по-другому. Здесь кликаем. Здесь уже со странички уходить нельзя. 5 секунд. Вот идет таймер. Разгадываем капчу. Опять ищем перевертыш. Вот он. Very.
Все, зачет. Вкладочку закрыли. Есть еще YouTube просмотры. YouTube просмотры я, ну, так можно сказать, и не смотрю их. Значит, все точно так же. Кликаем. Здесь должен пойти таймер сейчас. Видео это загрузится. Включаем видео. Звук можно выключить. И видите, таймер прошел, появилась капча. Мы разгадываем эту капчу, ищем перевертыш. Все, нам зачет. Вкладочку закрыли. Так, я просматриваю вот эту, я просматриваю и вот эту. А потом я иду на кран и уже на кране до завершения работы. Следующий букс у нас идет вот этот 99 Faucet, ну или же Matic. А, друзья, забыла. Возвращаюсь, где мой V-Faucet. Извиняюсь, забыла. Здесь у нас еще бонус ежедневный. Обратите внимание, есть ежедневный бонус. Он доступен после 2 просмотра реклам. Вот этих ПТС-ок. Начинается он отсюда, идет. Как бы, да? И вот он ни на что не влияет. Он не влияет на ПТС, он не влияет на кран. В отличие от этого CoinPace. До него еще дойдем. После того, как вы дойдете до последнего, так он здесь у вас будет. Просто дополнительные токены ежедневно. Кликаете Claim. Также ищите перевертыш. Опускаемся ниже. И все. Через 16 часов будет опять доступен. Вот. Он не наш. Просто дополнительные монеты. Так, идем. Следующий. Этот я закрою. Так, Matic Faucet. Ну что, у нас здесь сразу реферальная ссылка. Значит, как здесь работает? Здесь также кран. Кран у нас. Кликаем Claim. Инвалид капчи. Что-то капчи нет. Вот капча появилась. Подтверждаем. Здесь можно бесконечно. Здесь я на кране так не сижу. Все, не засчитали. И видим, да, сколько здесь, 2,5 минуты. Далее, на фервалах я здесь не сижу. Короткие ссылки я не просматриваю. Здесь только Surf ADS, Windows ADS, Surf ADS. 7 рекламок. Давайте за 5 секунд посмотрим одну рекламку. Разгадываем капчу. Подтверждаем. Where? Зачет. И следующая. Windows ADS. Так, здесь тоже коротенько посмотрим. Значит, кликаем VIF. Далее кликаем вот сюда. Start now. Здесь ждем окончания таймера.
не уходим со странички. Вот теперь можно закрывать. Переходим, разгадываем капчу. Вэри. Все, зачет. Ну и по выводу. Опять же таки смотрим. Кликаем вывод. Кошельки могут быть заполнены, а может быть и пустыми. Опять же таки администрация это все пополняет. И тогда доступен вывод. Здесь есть на Faucet Pay и C-Wallet. Litecoin, Tron и Matic, естественно, Polygon. Ну, в лайткоинах здесь вот у меня что? На 14 тысяч лайткоинов, как бы уже указано, ну, конвертируется с токенов с этих в криптовалюту. Здесь ставите, кликаете на кружочек, выбираете, куда вы хотите. Здесь уже по умолчанию отображается вот эти наши монеты. Здесь прописываете email-адрес, привязанный к Faucet Pay или к C-Wallet. Также разгадываем капчу. Кликаем «Вывод». Все. Мне все вывелось. Так, кошелек я не открыла. Faucet Pay. И смотрим вывод. 99 Faucet, вот он. И 14941 лайткоин 14 июня. Монеты вывелись. Баланс мой обнулился. Так, следующий букс у нас. Это вот этот. Crypto Earn. Так, этот я закрою, чтобы мне не мешались. Также здесь видим баланс. Ну, здесь, конечно, реклам побольше. Но букс, я хочу сказать, неплохой. И рекомендую обратить на него внимание. Значит, что здесь? Все то же самое, друзья. Кран. Значит, смотрите, здесь вот такая капча. Видим, вот этих много, а вот это вот одна. Наименьшее количество. Я кликаю. Не меньше. Вот я же сказала, реклама здесь чуть-чуть побольше. Значит, опять же таки видим, да? Вот этих колокольчиков много, а вот этих три штучки. Кликаем на вот это, где меньше три штуки. И разгадываем капчу. 1, 5. 1, 5 и этот. Далее клейм. Все. Пошел таймер. 3 минуты. И далее что еще? Хаус, этот серфинг и Windows ADS. Серфинг. 15 у меня рекламок на данный момент. Давайте коротенько посмотрим. Кликаем. Вот так вот у нас. Опять же таки таймер, как всегда. Разгадываем капчу нашу любимую. Подтверждаем вэри. Возвращаемся. Все, нам зачет. И следующая Windows ADS вот это. Так, коротенько будем искать. 5 секунд. Смотрим. Опять же таки кликаем старт ноп. И вот здесь уже уходить никуда нельзя, переходить. Ждем пока окончания таймера.
Все, возвращаемся. Это можно закрыть, оно нам не надо. Мотоцикл. Подтверждаем. Все, нам зачет. И опять же таки смотрим на вывод, чтобы были кошельки заполнены. Если кошельки пустые, нам, естественно, не вывести будут. Видим везде 100%. Да? Faucet Pay, C, Wallet, как обычно. Значит, здесь у меня что? На 25 тысяч выходит, да? Я на Faucet Pay. Опять же таки кликаем на кружочек. Здесь email адрес. Сумма стоит вот эти коины. Или поинты, коины. И опять же таки капча. Значит, этих 1, 2, 3, 4, 5. А этих 3. На любую из них кликаете. Наименьшее количество. И вывод. Все, монеты мои вывелись. Баланс обнулился. Так, что у нас? Зайдем на Faucet Pay. И посмотрим. Crypto Earn, как видим, 25 310 Litecoin Satosh, 14 число. Все буксы платят. Далее. Вот этот отличный букс. Так, сейчас мы капчу разгадаем. Так, нажмите на который смотрит орел. Такие капчи недолгие. Готово. Обожаю этот букс Silver ADS. Значит, что здесь у меня на балансе на данный случай? 85 тысяч. Там с копейками Litecoin Satosh. Значит, здесь я что делаю? Только VADS, просмотр сайтов, и видео. VADS включаем. Здесь видим. Здесь долго будет смотреть. Давайте вот коротенькую рекламку. Здесь вот эту Binance, она не у меня не показывает. Но тем не менее, кликаем. Я возвращаюсь сюда. Каждая рекламка вот эта по 10 секунд. Кроме вот этой идет 30 секунд. Но здесь лайткоинов 355 монеток. Ищем здесь перевертыш. Кликаем, закрываем. Так, вкладочку закрыли. Следующее идет у нас видео. Каждое видео здесь по 30 секунд. Вот. Ну, я видео, думаю, разберетесь. Кликаете. Запускаете видео. 30 секунд проходит. Вам скажут спасибо. Все. И просматриваете дальше. Возвращаемся на дашборд. Так, у меня вот баланс мой. Давайте попробуем вывести. Так, можно здесь выводить, можно здесь выводить. Без разницы. Вывод идет на... Вот здесь вот Litecoin и Faucet Pay. Прикольно, вот этого не было. Вот. И минималка, как видим, здесь вообще она мизерная. Вот. Но не забудьте в настройках прописать адрес кошелька, привязанный к Faucet Pay. Значит, у меня вот такая сумма 85 тысяч. С учетом комиссии я получу 84 тысячи. Submit. Загорелось зелененьким. Все. Интересно, давайте Litecoin. А он какая здесь? О! Здесь видите минимум какая сумма. Вот так вот.
Так что выводим на Faucet Pay. И идем на кошелек, обновляем. И что, Silver ADS 84 000. Litecoin Satoshi, прибыло 14 число, как видим. И баланс мой по нулям. Следующий букс у нас вот этот. Lover All Set. Вот меня вот бесит вот это постоянно. Он так может долго быть, а может быстро пройти. Сейчас посмотрим. Все хорошо. Быстренько прошла проверка. Значит, здесь у меня вот сумма стоит. Сколько у меня этих токенов. Ну, здесь тоже рекламка. Здесь все то же самое. Значит, кран. Здесь у нас идет антибот и капча. Значит, разгадываем капчу. Подтверждаем. И антибот. Что у нас? 9.8. Так, клейм. Разгадываем по новой. Здесь тоже как бы, да? Рекламки. Капча. Подтверждаем. 1.7. Клейм. Все. Окей, зачет. Опять нас перебрасывает. И еще, ну, короткие ссылки. Я не это сама. ПТС 11 рекламок. Ищем самую коротенькую у нас. 5 секунд. Кликаем. Опять же таки идет таймер. Разгадываем капчу. Лестница. Чудесница. Возвращаемся. Все, нам зачет. Ну и по выводу монет, опять же таки, смотрим кошелек, чтобы кошельки все были заполнены. Видим, вот здесь кошелек пустой, а эти вот на 100% заполнены. Опять же таки, Faucet Pay и C-Wallet. Кликаем вот сюда на Litecoin. У меня монеты тут как бы, да, они сразу конвертируются, показываются в криптомонеты эти токены. У меня на 16 000. Этих монет. Также прописываем адрес, email адрес, привязанный к Faucet Pay. Разгадываем капчу. Велосипеды. Подтверждаем и кликаем вывод. Все окей. Возвращаемся на Faucet Pay. Обновляем страничку. И Lover. Вот этот Faucet. 16 822 Litecoin Satoshi. 14 число. Платит. Баланс мой обнулился. Так, следующий букс. Ну, битхуп он вообще тянет. Даже туда заходить не буду. Free
Так, Фрибонг. Тоже замечательный букс. Просто замечательный, шикарный букс. Значит, вот здесь баланс в настройках. Так, где у нас тут? Сеттинг. В настройках вы указываете любую криптомонету, какая вам надо. Я себе указала лайткоин. У меня на данный момент 75 тысяч. Вот. Далее что? Кран дает 94 тысячи вот этих монет. Значит, разгадываем антибот и капчу. Здесь вот такая капча своеобразно. Кликаем на нее. И опять же таки смотрим. Вот этих 1, 2, 3, 4. Их много. А вот этот один. Кликаем на него. Все. Далее на зеленую вкладочку. Ну, опять вот эта проверка. Ну, хорошо, что быстро. Вот такая еще проверка бывает. Кликаем на нее. Автомобили. Подтверждаем. Кликаем. Ну и все, зачет как бы, да. Далее ПТС. Здесь 27 рекламок. По 10 секунд они, по 5. Кликаем. Вот здесь идет таймер уже в левом верхнем углу. И также капча. Вот на этот кружочек кликаем. И вот смотрим, что у нас здесь. Видите, вот этого много. Что это сыр. И вот этот вот один. Кликаем Very. Возвращаемся. Все зачет. Таким вот образом 157 лайткоин монет нам засчитали. Далее вывод. И здесь видим C-валет. И также пишут минималку. Минимум вывод вот такого количества. Лайткоин. Минимальный вывод. Вот он. 1383 лайткоин монета. На Faucet Pay. У меня 75. Опять же таки кликаем. Вот здесь кружочек, чтобы был. На Faucet Pay. Также мы разгадываем капчу. Так, вот этих, видите, 3. А вот этих 2. Значит, мы кликаем, где 2. Все, зачет, кликаю, вывод. Все. Закрываем. Комплект. Так, и идем. Обновляем страничку. И Фрибонг. Что у нас? 75 839 лайткоин сатош. Пришли на Faucet Pay. Баланс мой, как видим, обнулился. Следующий. Фарис Faucet. Это кран. Довольно-таки неплохой. Значит, здесь разгадываем мы капчу. Так, на... Кролик, утка. Готово. Тортики, капчи недолгие.
Вот. Значит, здесь на балансе у меня, смотрим, 29 752 Солану монет. Также есть Шибо и Dogecoin. Значит, как здесь работать? Кран. Короткие ссылки я не смотрю. Так, сейчас я кликаю по пустому месту, так как должна перебросить на другую страничку. Эту вкладочку я закрываю. Здесь я, бывает, работаю даже с увеличительным стеклом, помимо того, что я в очках. Значит, 7 минус 4. Это у нас 3. Потом вот это мы ищем, вот это. И дальше тут уже как бы все интуитивно просто. Кликаем Submit. Так, пожалуй, на существо, которое люди могут съесть. Господи, я даже ничего не вижу здесь. Вот это, наверное. Дальше. Вот это. Готово. Все. Зачет видим. И таймер на 3 минуты. Далее что? Идем во вкладочку «Валет». Также можно выбирать любую криптовалюту, которую вы хотите собирать. Есть у нас, знаете что, это вывод, а это обмен. Нет, это не обмен. Это шортлинг валент. Ага, подождите, все правильно. Вот сюда кликаем на синюю вкладочку. Ага, минимум 0.03 USDT. Ну и ладно. Можно менять одну монету на... Нет. Друзья, сейчас мы все поменяем. Подождите. Что-то я совсем уже запуталась. Значит, смотрите. Dogecoin. Вот у меня вот такое количество. Смотрим, да? Dogecoin на... Если я, у меня как бы я Солану собираю, меняю на Солану 297 монет. Также можно выбрать любую монету. Сейчас мы попробуем это поменять. Если получится. Отдаю Dogecoin, получаю Солану. Нет, видите, да? У меня мало монет. Ладно, что там у меня еще? Шиба. Посмотрим на Солану. Тоже недостаточно средств. Ладно, идем на вкладочку «Вывод». Вот мои монетки. Я могу вывести и Шибу, могу вывести и Dogecoin. Но тем не менее нужно смотреть минималку на вывод. Я вывожу Солану. Вывод. Далее. Faucet Pay можно на Solana вывести. Можно на Faucet Pay. На Faucet Pay 3000 минималка. Также смотрим любую криптовалюту. Кликаю Faucet Pay. Значит, 3000. Здесь я вывожу все. Сумма идет по умолчанию. Вот. Комиссии нет. Так. И Faucet Pay адрес. Так, сейчас пойду на Faucet Pay адрес взять. Ой. Что-то у меня уже все. Так, сюда прописываем. Адрес.
и кликаем. Ага. Значит, mail-адрес надо. Запоминаем. Монеты, адрес, вывод. Все зелененьким загорелось. Монеты мои вывелись и баланс мой обнулился. Так. История вывода. Процессинг. Подождем. Значит, пойдем в следующий. Значит, клейм крипто. Здесь также daily бонус есть, можно кликнуть. И 30 монет дали. Он ни на что не влияет, просто дополнительные монетки. На балансе у меня на данный момент 1240 токенов. Также здесь сбор идет на кране, я вот на этом обычно. Сильно я здесь и не сижу, чисто так, чтобы набрать минималку на вывод. Значит, разгадываем антибот. Кликаем Collect. Таймер 3 минуты, 50 монет не засчиталось. Ну и рекламка у нас с ПТС серфинг. Так, это мы закроем. ПТС 61 рекламка. Видим по 30 секунд, по 15. И коротенько посмотрим за 5 секунд. Кликаем. Идет таймер. Возвращаемся. Вкладочку можно закрыть. И кликаем Very. Все, зачет. Это вот такая window. Если вот такая еще рекламка, переходим на нее. 5 секунд кликаем. Идет опять таймер. Кликаем Very, возвращаемся. 12 токенов засчиталось. Опять-таки идем на вывод и смотрим. Секундочку. Так, прошу прощения, меня отвлекли. Теперь по выводу. Видим Tether полный кошелек на Faucet Pay. Лайткоин я обычно вывожу. Он пустой. Далее Dogecoin пустой. Этот трон тоже пустой. Биткоин целый и Tether. И немного Solana. Тогда будем выводить в Solana. Кликаю на Solana. Появилась вот такая рамочка. Так, закрываем. И мне нужен адрес Solana. Я его копирую. Перехожу. Этот я удаляю. Вставляю Solana. И на капчу. Здесь видим, сколько вот у меня монет. 1322 монеты вот этих токенов. И у меня будет 8926 Solana монет. Кликаем вывод. Инвалид капча, кто бы сомневался. Давайте
Ненавижу эту капчу. Опять кликаю. Закрываем. Этот я удаляю. Прописываем Solano. И попробуем вывести. Здесь другой капчи нет, видите? Минимум вывод 2000 токенов. Понятно. Минималки еще как бы у меня нет. Ну и ладно. Ничего страшного, тем не менее он платит. И у меня записано отдельное видео по этому буксу. Так, возвращаемся сюда. Сейчас обновим страничку. Я этот букс сейчас закрою, посмотрим, пришли ли монеты. Процессинг видим, да, пока. Ладно, идем следующий. CoinDog. Так, этот я букс закрою. Здесь видим у меня в токенах мой баланс. Далее все то же самое, друзья. Кран. Также разгадываем капчу. Автобус. Подтверждаем. Ну и антибот. 8-2-8-2-1. Опускаемся ниже. Клейм. И ждем немного. Все. Зачет. 4 минуты. Далее. ПТС, АДС. Все то же самое. Так, 5 секунд. Давайте просмотрим 5-секундную рекламку. Разгадываем капчу. Лестница. Подтверждаем. Вэри. Возвращаемся. Все, зачет. И опять же таки по выводу мы смотрим, заполнены ли кошельки. Так, где у нас тут вывод? Вот он вывод. Сейчас посмотрим. Да, видим, да? 100% везде все заполнено. Значит, что у нас тут? C-валет. Нам нужен Faucet Pay. Faucet Pay есть Litecoin и Bitcoin и вот этот Tether. Я тогда возьму, клику Litecoin. Здесь сумма стоит по умолчанию. И email-адрес привязанный к Faucet Pay. Кликаем «Вывод». Все монеты мы вывелись. И баланс обнулился. Идем на Faucet Pay. Дашборд. И CoinDog. 80 632 лайткоин Сатоши. 14 июля. Июня. Далее этот не работает. Ну, старый добрый ADBTC. Да-да, друзья, я в нем работаю точно. Так же, как и во всех буксах. И здесь вход у меня идет через Google аккаунт вроде как. Вот. Кликаю «Войти». Опа. Подождите. Сейчас попробую так зайти. Лестница. Войти. Через Google вход.
Так, продолжить, как Елена. Здесь у меня минималки на вывод еще пока нет, так как в рублях здесь от 5 рублей. Я вывожу в рублях на Pair. Ну а здесь все очень просто. Кликайте «Заработать», серфинг сайтов. Серфинг сайтах в рублях, а это в криптовалюте. В рублях кликаем серфинг сайтов. Здесь есть, видим, рубли рекапча. Разгадываем. Автомобили. Подтверждаем. Отправить. Здесь все автоматически. И по 5 копеек за каждую рекламку. Также и в биткоин-сатошах. Открываем. Нас перебрасывает. Можно вернуться назад. И ждем. Здесь редко, когда капча, вы заработали 5 копеек. Точно так же и в биткоин-сатошах. Открываем и идет как бы. И иногда проверяем как бы капчу. И минималки, как бы, я сказала, у меня здесь нету, да? Я выводила, как бы, все замечательно платит. Это рекламный баланс, это баланс на вывод. Здесь вывод средств. Вот, я выводила 1 рубль, сейчас 5 рублей. Так, следующий. Ну вот, CoinPaste тоже шикарный букс, шикарнейший. Обожаю его. Логин. А здесь, сейчас зайдем. Опаньки. Такого и не было. Таких проверок. Я, наверное, специально как видео пишу. А куда это? Я не туда же нажала, наверное, что ли. Подождите. Логин. Угу. Здесь ищем перевертыш. Логин. И у меня 67455 вот этих коинов. Здесь первым делом я иду, получаю ежедневный бонус. И здесь ежедневный бонус влияет на кран. Чем больше у нас дней мы каждый раз заходим, тем у нас больше монет мы собираем на кране. Значит, далее идем на кран. Сразу я кликаю по пустому месту. Так, должна перебросить на следующую страничку. Идет таймер у нас. Кликаем и разгадываем. Опять же таки ищем перевертыш. Разгадываем капчу. Что у нас? 8, 9. 8, 9, 2. Кликаем claim. И 51 монета мне засчиталась. И далее на кране. Когда я долго собираю на кране, требует иногда просмотреть короткую ссылку, чтобы больше как бы просмотров. Тогда я иду на короткие ссылки и просматриваю одну или две коротких ссылки. Я просмотрю все, потом на кране я уже без проблем работаю. Вот, ну и ПТС на 320 коинов. Здесь обычно больше бывает. Я просматривала как бы, да.
И что у нас здесь? 10 секунд. Кликаем. Минималка набирается. Очень быстро 1000 вот этих коинов. Минимальный вывод. Опять же таки ищем перевертыш. Вот он. Шикарная капча. Букс. Замечательный. Обожаю его тоже. Он у меня на втором месте после VADS. Так, и опять же таки вывод здесь. К сожалению, не показан кран. Ой, кошельки пополнены или нет. Здесь как бы нет такого. Здесь уже наобум. Есть, можно на Faucet Pay, Payr и вот такие кошельки. Естественно, Faucet Pay. Выбираем метод, куда мы будем выводить. Можно выводить в лайткоинах. Значит, 849 928 лайткоинов. Если я еще... Да, я на лайткоин и в Solana. Еще я обожаю эту монету. Здесь 455 тысяч. 862 Solana монет. Можно попробовать Solana. Минимум на вывод 1000 коинов, как я вам и говорила. Сейчас посмотрим, пополнен ли кран. Faucet Pay Solana. Ля-ля-ля тополя. Кликаем. И сейчас нам посмотрим. Да, вывелись, кошельки пополнены. Все замечательно. Баланс мой обнулился. Видим, да? Сейчас перейдем на Faucet Pay. Обновим страничку. И CoinPace 455 856 Solana Satoshi 14 июня. Так, а эти еще в обработке, он как бы в ручном режиме. Так, ладно, все, возвращаюсь я на дашборд. Ну и все. Ну что, вот этот Faris Faucet, он все в обработке, пройдет какое-то время, монеты поступят на Faucet Pay. Вот, все буксы, все-все-все платят. Видео я, конечно, немножечко затянула, но я вам показала, как работать, как зарабатывать. Работайте, все ссылочки будут в закрепленном комментарии под видео. На этом все. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч!